Всем привет, меня зовут Кузин Павел, я базовый боксер, ударник, боксом занимаюсь с детства. На топ-дог я пришел забрать то, что я не смог сделать в карьере боксера. На топ-доге мой оппонент Денис Ураган, ранее выступавший в этом промоушене. У него одна победа, как бойца я его не знаю. Видел, физически развит, крепкий парень. Желаю, Денис, тебе обойтись без травм. В своих боях я всегда иду до конца, бой все покажет. Всем привет, меня зовут Денис, и я представляю бойцовскую академию Руфайта, No Name Promotion и спонсора Stencil. Вообще, мы с вами должны были познакомиться чуть пораньше, на предыдущем турнире, но организаторы решили не выкладывать мое видео, поэтому расскажу вам немножечко о себе еще раз. Небольшую такую предысторию. В общем, жил я себе с кайфом, было все хорошо, работал, тренировался, по вечерам вместо пива ходил на тренировки. Ну и тут какой-то китаец решил поужинать летучей мышью, и все пошло к чертям. Я лишился работы, зал на время закрыли, и у меня сломался кот. Вот. Его починка мне обошлась довольно дорого, и кота я все-таки спас, но остался без сбережений. Вот. Но не оставлял надежды, тренировался, и тут мне в один момент пришло предложение подраться на топ-дог. Я такой, блядь, что, на голых кулаках драться? Ну, похуй, погнали, короче. В итоге подрался, вышел. Не, сначала вышел, потом подрался. Выиграл досрочно во втором раунде. И всем сказал, что все, ребят, больше я здесь как бы участвовать не буду. Но, как видите, напиздел. Я снова здесь. Снова здравствуйте. Вот. Но теперь у меня есть работа, все в порядке. Вот. Соперника своего я видел, даже немножко пообщались около минуты. Довольно доброжелательный, приятный парень, приятнее тех, что выкабенивались на пресс-конференции, но он встал на моем пути. Поэтому, что будет дальше, вы увидите прямо сейчас. Мы готовы перейти к нашей пятой паре. Первый на ринг выходит Кузин Павел из города Москва. Кузин Павел является кандидатом в мастера спорта по боксу и финалистом турнира Маргелова. Вооруженных сил. Он весит 81 килограмм, и ему 24 года. Хочется добавить, что этот боец очень настойчиво пробирался к нам в организацию, потому что вначале его заявка не была одобрена. И он зашел через всех своих знакомых, и даже профессиональные боксеры звонили и говорили, что не пожалеем, если возьмем его. Сегодня он попытается это доказать. А теперь его соперник. Это Денис Дулла по прозвищу Ураган. Busting up a joint at the bacon at a double burr. Hanging in the window in the crowd, just be a dirty rat. Cast coming round the counter, shoot before we even saw the nest. Hanging bodies dragging off because we saw them slanging. Cranking down the window with the nine. Он уже дрался на нашем предыдущем турнире, но его соперник не оказал серьезного сопротивления, и мы не стали выкладывать этот бой. Его рекорд нашей организации 1-0, и он представляет город Москву. Денис также является кандидатом мастера спорта, только по ММА, и чемпионом России по боевому джиу-джитсу. Его вес 83 килограмма, ему 27 лет. Давайте поддержим бойцов! Нет, зачем? Бежи. Стоп!
Тебе это не нужно, тебе это не нужно. Ой! На передней руке, дергай его, на передней руке. Вставляй его работу. Ходи. Ходи, ходи, да. Давай, давай. Вот здесь. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, покор. Стоп! Хорошо, хорошо, хорошо. Ты лучше. Ой! Дави, дави. Передню пропадаю. В кровавом бою победу техническим нокаутом, остановкой врача одержал Денис Дулла по прозвищу Ураган. Это его вторая победа в нашей организации. Денис, пока врачи помогают, Паша, расскажи нам про свои цели. Ты не останавливаешься, несмотря на то, что мы не выложили твой первый бой. Этот бой мы уже точно выложим. В целом, что ты можешь сказать про своего соперника? Он очень настойчиво хотел подраться. Я считаю, он себя хорошо проявил. Твои впечатления? Бля, опять что-то без перчаток подрался. В прошлый раз я сказал, что этого не буду делать, но опять здесь. Вот, по поводу соперника, он был очень быстрый, на самом деле, я не замечал. И вот мне повезло, то, что я первым правым его встретил, уронил, чуть-чуть его замедлил. Ну, везет тому, кто везет. Ну да, я, в принципе, не останавливаясь, как меня этот с первой работы вышвырнули с этим карантином, я не останавливаясь пахал, и поэтому я был готов. Сопернику спасибо, он приятный парень, как я уже говорил, он не выкабенивался здесь с микрофоном, он подошел ко мне, мы нормально пообщались. Сейчас пожали руки, приятный парень, ему аплодисменты. По поводу следующего моего выступления. Есть одна птица такая, высокого полета, мне ее не дали, сказали, ты еще не так высоко летаешь, ее зовут Сазан. Вот. Рустам, прости, ты тоже приятный парень, но я буду болеть за Сазана, потому что я хочу с ним встретиться. Вот. И там, если у кого дунуть есть, цепаните меня после этого интервью. Красавчик. Ты нацелен на категорию до 85 килограмм нашей организации. Я могу... до 75, до 80, до 85, до 90. В зависимости от предложения. Чем заинтересуешь, там я выступлю. Ты настоящий трансформер. Красавчик. Молодец, ты показал зрелищный бой. 2-0 в нашей организации. Посмотрим, что скажет Сазон после своего боя сегодня. Паша. Ну, расскажите, что я есть, он даже не знает.
Я считаю, ты не должен говорить такие вещи, что ты сильно кого-то подвел, потому что самое главное – это твое стремление, я его уважаю. Именно за него дали тебе такую возможность здесь сегодня подраться, а не потому, что кто-то за тебя просил. В целом ты шел до конца, показывал красивый бой, и ты проиграл его на ногах и остановкой врачей, не потому, что отказался сам. Дальше продолжай. Ты не должен расстраиваться, у тебя еще будет шанс в нашей организации, на этом ничего не заканчивается. Расскажи свои впечатления, это твой первый бой. Ну, наверное, ты все-таки прав, везет тот, кто везет. Хотел бы сказать, наверное, вот так вот. Кто-то скажет, что мы отморозки, кто-то скажет, что гладиаторы. Я скажу, что я счастлив находиться тут. Спасибо, Дань, тебе за этот шанс. Скрывать не буду, я действительно готовился. Не могу сказать, что это нелепые случайности. Я полетел, ну, ввиду некоторых обстоятельств в ринге. Я действительно сегодня проиграл, но я не расстраиваюсь. Все нормально. Спасибо. Я считаю, ты молодец. Увидимся в следующем сезоне, и там ты докажешь.